Видеоизображения, они подталкивают к созданию каких-то своих импровизаций. Мир – это красочный калейдоскоп, поэтому важно запечатлеть все яркие моменты. Так рассуждает московский художник Иван Шумский. Его картины – это буйство красок, необычная техника и интересные сюжеты из жизни. Мастер представил свое полотно на персональной выставке в Одинцовской библиотеке номер 1. Это, в общем-то, на самом деле касается любого уголка нашей планеты и любого уголка вообще. Его всегда можно увидеть по-особенному. Вот это меня вдохновляет. Меня вдохновляет, собственно, может быть, это, так сказать, звучит очень гордо, но меня вдохновляет свой собственный взгляд. Копенгаген, Таймс-сквер, Берлин, Венецианский карнавал, бег быков в Памплоне. Вместе с художником зритель отправляется в большое путешествие по разным уголкам планеты. На вернисаже Иван представил более 45 работ. Посмотреть их пришли любители искусства и профессиональные художники. Вот этот человек воспринимает мир во всей его цветовой красоте и в огромной цветовой гамме. Это первое. Во-вторых, мне бросилось в глаза, что он очень много наблюдает за людьми. За людьми, за тем, как они живут, какими чувствами, что они переживают, что они делают. Это второе. И третье, конечно, видно сразу, что человек много путешествует. Главная поддержка Ивана – его 13-летний сын. Коля с детства наблюдает за творчеством папы и с удовольствием посещает все его выставки. Я же сам свидетель того, как он делал эти картины, как он их рисовал. Но мне нравится больше его скорость. То есть каждая картина нарисована за 30 минут практически. Акварель позволяет подчеркнуть легкость и радость момента. Поэтому живописец выбрал именно ее, чтобы выплеснуть на полотна свое особое видение окружающего мира. Увидеть работы Ивана Шумского может любой желающий. Выставка продлится до 10 апреля. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».